Связист ТВ. Узнай новости первым. Слышал я слова правильные, все искал пути праведные, а твои слова памятные нам не жить друг без друга. Эту песню на стихи Роберта Рождественского знают миллионы. В СССР ее исполнял Муслим Магомаев. А сейчас лучший тенор Нижегородской области – кстовчанин Вадим Царьков. В Кстове прошел концерт советской эстрадной песни с участием лучших певцов и музыкантов региона. Сопрано Ольга Максимова, тенор Николай Зырянов, Юлия Новикова и специальные гости – певец из Арзамаса Эдуард Куприянов и трубач, солист Нижегородского губернского оркестра Виктор Каган. Публика сегодня небольшая, всего около 100 человек. Зато атмосфера душевная, признается именитый музыкант. Все гуляют. Все поют, все пляжут, общаются, главное, просто. Ну, я довольно счастлив. Со сцены звучат шлягеры 60-х и 70-х, песни, воспитавшие целое поколение. «Лебединая верность» Евгения Мартынова, «Золотые хиты» Валерия Бадзинского. Я хочу, чтобы жили. Слова этих песен знал, пожалуй, каждый советский гражданин. Все слова знаете? Ну, почти все. Мы иногда и дома поем. И вот когда звучит эта русская музыка, русские стихи, понимаете, песни, танцы, все это очень вызывает гордость и еще большую любовь к своей родине, к своему родному городу. Уже не первый год такие теплые встречи для старшего поколения организует активист-общественник Александр Рыжов. Сам пенсионер, он как никто понимает всю важность своей общественной деятельности. Сплотить, окунуть в прекрасное, заразить бодростью, любовью к жизни. Такова цель подобных мероприятий. Хочется потанцевать, поплясать, спеть и пообщаться. Мы потому что не так часто общаемся уже. Люди-то уже взрослые, а некоторые не работают, поэтому здесь нам очень нравится. Вообще желание такое, чтобы, ну как вам сказать, сделать общественную жизнь города более активнее. Пока вроде это получается. На этом Александр Павлович останавливаться не хочет. В ближайших планах у активиста новые концертные программы. Скрипка, саксофон и стихи в исполнении актеров Нижегородского драматического театра. А летом бардовские встречи под открытым небом. В одном из самых живописных мест – на Кстовском откосе влюбленных. Евгений Мельников, Андрей Ерастов, «Связист ТВ».